Галантные кавалеры и прекрасные дамы словно парят над паркетом, перемещаясь от партнера к партнеру. Все движения легкие и аккуратны. Неотразимо выглядеть на областном кадетском балу помогают долгие и упорные тренировки. Мы учили и репетировали 3 дня в неделю. Каждые тренировки были по 2 часа. Вот. Платье долго выбирали? Да. Новогодний кадетский бал проводится с 2013 года и стал уже доброй традицией. Для молодых людей это замечательная возможность прикоснуться к культуре прошлого. Одной из подготовкой кадетов это является как раз умение танцевать, умение вести светскую беседу, умение себя показать. Не только боевая и спортивная подготовка. По сути, это уже стало такой хорошей традицией, когда более 100 кадетов со всей области, из кадетских классов, из кадетских корпусов собираются и вот в такой обстановке торжественной, ну и приобщаются к традициям прошлого. С каждым годом областной бал вызывает у кадетов все больше интереса, и организаторы уверены, скоро потребуется своя отдельная площадка, которая сможет уместить всех желающих. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.